Йоу, салют, если ты следишь за новостями Гуф или, например, Марьяны Ро, тебе интересен Оксимирон или Фараон, тогда заходи на канал трансляции «Эфир в норме». Тут для тебя все стримы популярных музыкантов, актеров, блогеров и других медийных людей. Всегда свежий контент, тренды и хайп в HD-качестве. Узнай первым новости интересных для тебя личностей и не забудь, конечно же, подписаться. Ссылка в описании. Привет, братух. Дела хорошо. Ребят, все супер. Закончил альбом буквально на следующей неделе, уже передадут мы лейблу, и он будет заливаться, пацаны. Конечно, я довольный, брат, я закончил тяжелую работу. Я не только проснулся, Русик, я проснулся где-то, не знаю, час, полтора назад. Клип будет вместе с выходом альбома будет клип. Довольно-таки интересный. Всего на альбоме будет 11 треков. Не знаю, о чем разговаривать. Я молчу. Я не слушал нового трека Фараона. Я послушал его новый альбом. У меня все супер, Карин. И послушал новый альбом Фараона. И могу сказать, что я больше его вообще к рэперам не отношу даже. То есть пацан начал даже с роком экспериментировать, который у него вообще не получается ни разу, потому что это совершенно другое направление в музыке. И оно довольно-таки сложное, потому что, ну, я вообще уважаю всех ребят, которые занимаются рок-н-роллом, там, тяжелой музыкой. Это, да, ее очень крутую музыку такую тяжело делать.
Так что с Фараоном для меня теперь музыкант, но не рэпер. Так что теперь у меня с ним нет, не может просто даже никаких противоречий быть и конфликтов. Так что дай бог ему здоровья и удачи в его музыке. Как-то так. Кобзон умер. Человеку было 80 лет. Я думаю, он прожил достойную жизнь. Царство ему небесное. С Обиком будет работа над четвертым альбомом. Я его на четвертый альбом возьму. Какой Supreme Petty, братан, ты чего? Supreme Petty не умеет читать рэп. Бля, что с вами с молодежью вообще происходит? Я же говорю, альбом, ребят, доделан. У меня все доделано, я подписал все бумажки. Могу сказать, что я заключил, наверное, одну из самых больших сделок вообще за историю русского рэпа. И очень этим, собственно говоря, горжусь, что моя музыка оценилась. Как Бой Тарасова? Слушай, Бой Тарасова отлично. Когда альбом? Ребят, ну когда выйдет, тогда и будет. Того, что вы будете задавать вопросы, когда он выйдет, он раньше не выйдет. Альбом будет в сентябре. Уже, по-моему, давно надо было понять, что альбом в сентябре. Не знаю, с Big Baby будет, не будет, будет время. Будет с Big Baby Tape, не будет, не будет, я не знаю. Я не ставлю себе цели фитануть с кем-то. У меня есть цели фитануть с западными артистами, с которыми я хочу, но не с русскими артистами. Что за музыка на фоне? SG Rilla Main. SG Rilla Main. Так. Посмотрел фильм, кстати, After Party с там дизайнер снимается, French Montana. Ну и еще куча всяких разных рэперов. Посмотрите, прикольный фильм. Он больше, конечно, про дружбу, чем про рэп, но здорово, вообще прикольный фильм. Я не курил сегодня ничего. Специально накурил. Я вообще очень мало курю, ребят, в последнее время. Я не знаю, у вас вообще какие-то странные стереотипы. Ну, курю я травку иногда. Это не основные мои увлечения в жизни. Просто я, наверное, курю и лучшую травку. Потому что если курить травку, то только лучше. Он на гибком ЗОЖе. Вот Надя знает. Даже Надя знает, короче, она знает. Иногда курю, иногда не курю. Стараюсь меньше курить, больше спорта. Но не всегда получается, все просто. Не, Надя, как ты, как Валенсия? У нас хотя бы, вроде, я не понимаю, похолодало у нас или нет. У вас похолодало? Супер. Луи, привет, передавай. Моя списка. Я уже жду, пока у нас похолодает. Упси. Не хочет, чтобы на нее смотрели. Не хочет, чтобы на нее смотрели. Зовут Сати. Сатурн.
сколько такая псина стоит. Да какая разница, сколько она стоит. С Крисом Трэвисом не будет фита. Я решил не брать его на альбом, потому что по тематике не подходит. И он немного не тот вайб создает мне на треке. Я решил его отменить. Конечно, прикол. У меня есть демо-версия трека этого. Не знаю, как-то перерос я на самом деле. И Крис Трэвиса, и много артистов, потому что я не сажаю себя в маленькую узкую коробку и делаю одно и то же из года в год. Одна и та же подача, одни и те же биты. Я не хочу. Мне нравится делать разную музыку по настроению. Концерт 29 сентября в Барселоне. Это будет трансляция на два города. Это на самом деле такая первая в своем роде. Я такого даже и не видел. Мы постараемся передать полный звук вам. Надеюсь, это получится. Очень много технических вопросов. Мы будем разбираться в них. Мальчик вот спрашивает, какая тематика альбома. Я не... Там нет тематики, там просто хорошая музыка. Просто я покажу вам, как надо работать с тюном. Будут тюновые треки, но первые в своем роде в России. Вообще такие вопросы, чего нам ожидать от альбома, какой он будет, ребята, не надо гадать, просто услышьте, и он либо вам понравится, либо нет. У меня уже есть планы на четвертый альбом, и у меня куча планов. Я буду готовить после этого альбома сразу EP с 4 треков, с 3 только вокал, и там, может быть, он будет больше для девочек, чем для пацанов. Не знаю, посмотрим. Куча планов, куча всего в голове. Как вам доски? Вам понравились доски? Хорошо. В тур завтра уезжаю на 2 недели. Ну, я надеюсь, ты там покажешь. Где раки зимуют, брат? Накажи их всех. Доски, сука. Да, я знаю, что доски вживую выглядят круче, чем еще на фотографиях. В чем смысл твоих татуировок? Я уже объяснял, как это была трансляция. Я рассказывал про татуировки, про свои. Я уже ответил на этот вопрос. Как ты с Замойским познакомился? Я давно с ним познакомился. Он приезжал с Роузом. Хотел мне снять клип, но я тогда был не в состоянии снимать клип. Да, и вообще не то время было, чтобы нормально работать и снимать клипы. В чем смысл твоей жизни? А твоей? Или вообще у любого человека спросить, задай этот вопрос любому человеку. В чем смысл его жизни? Я хотел бы услышать ответ на этот вопрос от каждого на этой планете. Блять, я уже 1000 раз про Big Baby Tape вопросы задавали. Мне нравится его музыка, то, что он делает, очень круто. Еще бы было это все правдой, вообще бы цены бы ему не было. Цены бы пацану не было. Не, прикольно. Прикольно, прикольно. С Young... Оу... Стоунер, маны. Ну как? Что улица шепчет, брат?
Что там улица шепчет? Кстати, Стоунер, в отличие от всех рэперов, которые есть, он сделал охуевший трек последний под танцевальную музыку, под техно или электроника, я не особо разбираюсь. Он ебанул почти всех рэперов одним треком, блядь. Реально. Молодец, Альберт. Последний трек. Мощь. В таком направлении продолжай двигаться. Это бабос, братан. Ну и слушать приятно вообще. Е-е, маны. Good job, bro. Good job. For real. Приезжай, братан, мне надо с тобой передачу отснять, пиздец. Вообще хотел бы узнать, на какой там музыке там рос. Ну, короче, вот это Кочи Дель Хефе. Было бы классно снять с тобой эпизод. Да и вообще встретиться уже надо, покурять, братан. Да, братух, да я понимаю, что у тебя там, блядь, дело дохуя, понятно. Если бы я был там, где вы, мне кажется, у меня вообще не было минуты свободной. Так что я пока тут отвисаю, пацаны. А ты знаешь. А вот Альберт у нас знает. Он у нас этот... Будущее знает. Да, братух, все будет, ты же знаешь, конечно. Будем орать люто. Будем люто орать. Ребята, из всех, кто только Альберт вопросы нормальные задает. Точнее, не задает, а вообще пишет нормальные вещи. Ой, бля. Будут ли концерты в Украине? Пацаны, вот в сентябре мне доки дадут, и Рига, там, Прага, погнали. Рига, Прага, Таллин, Варшава. Понеслась. Я не знаю, что такое платина, кто такой платина, что это такое. Финляндию не знаю, получится или нет. Если получится, обязательно заеду. Могу вам еще одну демку с альбома. Хотите демку еще одну с альбомом поставлю? Хотя их столько много, блядь. Этих демок уже. Сниппетов, точнее, в интернете прямо очень дохуя. Ну чё, ставить сниппет вам? Эх, ребята. Кстати, продюсер, который последний, с которым я вообще начал работать, это продюсер такого рэпера, как... Ну, он вообще много кому биты делал. Кей Глак, знаете такого рэпера? Вот... Именно его продюсер Bandplay прислал мне пачку битов. И как-то так. Пацаны, у меня прямая трансляция. Чё? Блядь, не пейте много колы, потому что у вас будут зубы болеть, у Баски там. Баски? 23 года, блядь, сыплюсь нахуй по частям. У Баски-то болят зубы, пацаны. Завтра съемки, блядь, у меня зубы болят. Так, ну не знаю. Тебе надо китанова, братишка, или, блядь. Прямо. А чё, вы едете, да? Вы что-то забыли просто? Вы сами... Снимаем клип, пушка. Сейчас поставлю демку, погодите. Ой, блядь. Все, вы вылетаете, да? Ну, давайте. Давайте. Сейчас поставлю, ребята, я же ищу трек, успокойтесь.
Сейчас все будет. Рак, перископ, майки, .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау.